Привет всем! Сегодня 20 марта, на часах 14:40, и здесь собрались люди, чтобы посмотреть солнечное затмение, которое происходит раз в 33 года. Эту встречу организовывает Центр атомной энергии и магазин 4 глаза. Вон там вот есть телескопы, пойдемте посмотрим, что там происходит. And all the people should be raising their glasses. Flow crazy, celebrating the madness. I never thought I would deliver no classics. Then I hooked up with them and they delivered no classics. Мы все посмотрели затмение, нам всем очень понравилось, мне тоже лично очень понравилось. Я ставлю этому затмению лайк и репост, и это то, что вы должны поставить этому видео. И у нас возник спор, похоже, это затмение больше на значок Apple или на Бэкмена. Это вам еда для размышления за вечерним чаем. Удачного вечернего чая.